Добренько. Всем добренько. Добже. Мы, друзья, в Кудрово. Лучший малый город России. С 2018 года это город, 49 тысяч человек населения. Я запаркован, это моя ласточка, как видите. Вон она стоит. Ну и сегодня мы с вами прогуляемся по этому чудному городку. Тут очень-очень интересно, тут очень классно. Мне тут безумно нравится. Кайфетское место. Но сейчас все подробнее. Так, друзья. Здесь 25 этажей, скорее всего. А, например, вот эти вот прямо, которые вы видите, ну, они достаточно красивые, симпатичные, как видите. Но здесь есть и получше. Сейчас походим, поснимаю вам. Собственно, похожу по райончику. Посмотрите, как организовано здесь вот. Ну, как вот, допустим, встречаются здесь парковочные места. Вот видите, такой загончик для машин. Вот. Но очень часто, когда здесь вечер, машины просто на обочине стоят, и вся обочина в два ряда, то есть... Как думаете, что вот это? Это помоечка, кормилица. Кормилица. Ох. Сейчас посмотрим, чем сегодня нас... Да не, я же... Не пойду туда, конечно. Но это я насмотрелся этого Штрехбуха. Короче, вон, посмотрите, какой диванчик красивый выкинули. Пластиковые окна никому не надо. Дядька, открывай, блядь. Дядька. Никогда не открывают. Магазины, суши-бары, пивнушки, аптеки, парикмахерские, барбершопы, чопы, черт возьми. Итак, смотрите, как оно все выглядит. Красота. Красота, как говорится. Вот эти не очень. Буду медленно водить. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай, нахуй. Так, вообще. Камеру вырубай, блядь. Сейчас вам покажу более интересные дома. Вон те, вон, которые вдалеке по центру вы видите. Камеру вырубай, блядь. И божди дунь. Эсни гому. И божди дунь. Добренько.